Друзья, в прошлом видео я сравнивал из спарки вот этих самураев мелкую пилу, а сегодня я буду сравнивать вот эту вот трехсотку. 300 миллиметров длина полотна, здоровенный зуб, крупный и шаг более крупный, чем у вот этой вот алюминист 270 от Таджима. То есть полотно на 30 миллиметров короче здесь, зубья меньше и по длине, и по шагу они здесь более частые, здесь менее. Соответственно, по идее, преимущество вот у этой пилы, если вот прям по теории все брать. Посмотрим, что будет на практике. Да, и по толщине полотна часто тоже вопрос такой задается. Значит, у алюминиста полотно потоньше, нежели чем вот у этой пилы. Соответственно, посмотрим сейчас, кто из них на что способен. Та же самая деревяшка, сухой орех. И давайте наоборот сделаем. Самурай теперь не как в том видео, он будет не открывать, а закрывать. А алюминист послужит первопроходцем, опять же. И его результат будет тот, который либо победит, либо не победит пилу самурай. Так, погнали. Значит, пилить буду туда-сюда сначала, а потом только в одну сторону. Так, значит, считаю только, которые на себя движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Ой, 27, 28, 29, 30, 31, 31 и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут уже на прям кусочки каре. 31 раз. Ох, спил какой глянцевый прям. Вот такой должен быть спил. Прям любо-дорого. А это спил, не помню, от прошлого самурая, наверное. Вот это красота, конечно. Так, теперь самурай. Значит, сколько было? В общем, сколько было, столько было. Я уж не помню. Так, пилю то же самое с самураем. Поехал я пилить. Так, на себя только считаем. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, пятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Так, да ё-моё, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59. Раз. Так, что у нас по спилу? Так, это была Таджима. Это самурай. 59. Я не помню, сколько Таджимой. Надо будет сейчас посмотреть. Я считал на видео. Но факт в том, что по мне так самурай в два раза... уж точно хуже это делал. И что мне не понравилось особо, у него полотно тоже подзастревает, как у более мелкого. И оно вот так вот начинает вот играть, когда его туда толкаешь от себя. Оно прямо вот так гнется. Вот это неприятно было. Честно могу сказать, я
ломал как-то полотна, упил у разных совершенно. И вот ощущение вот у этого самурая было точно такое же, как вот в те моменты. То есть я боялся, что оно сломается. Ну, не сломалось, хорошо. Получается, что практически в два раза. 59 и 31. Ну, погрешность. В два раза. В два раза. Ну и по комфорту пилить, конечно, таджимой лично. Вот мне сейчас было прям приятно самураем. Так, по стоку, по скоку. Теперь буду пилить только на себя, от себя буду ставить на место, чтобы задействовать прям вот все полотно у обеих пил. Начну теперь самураем, продолжу потом таджимой. Значит, теперь буду пилить чисто вот прям на себя всем полотном для чистоты эксперимента. Самурай, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 14, 15, 16, 17. Вот он начинает вязнуть, собака. 19, 20, 20 раз. И могу сказать, вот эта рукоять, она здесь без подпальцевых выемок, как у младшей вот этой пилы, которая была в том видео. Вот эта рукоять, она удобней, без подпальцевых выемок. Вот, так что, так, поехали дальше. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 раз. Ну, это закономерно, то есть он был 59, а так 41. Ну, все правильно, так и должно быть быстрее. Вот такой вот спил. Так, а это спил был от него же, наверное. Спил как спил. А ничего выдающегося. Так, 41 раз, это результат самурая. Теперь отжима подвинем чуть сюда, замерим. Так, и протягом таджима теперь. Раз, так, подождите-ка. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22. Так, спил. Так, вот этот спил был от самурая. Вот этот таджимы. Более гладкий спил. 21, а тот был 41, что ли, что-то такое. В общем, что так, что этак в два раза. То есть, в принципе, показывает эти результаты нам то, что такой тест, когда неполным полотном идет работа, ну, как в обычной жизни, да, туда-обратно, что чисто ради теста, только на себя основное усилие, результат одинаковый. В общем, результат одинаковый, и таджима лично мне она нравится гораздо больше, как работает. Это мой, опять же, опыт и вот мое сравнение. Она не вязнет, но здесь еще второпласт, надо понимать. То есть это преимущество еще в том, что она не ржавеет. Ну, конкретно это полотно с второпластовым напылением. Не ржавеет, меньше застревает в деревяшке. Ну и, соответственно, быстрее пилит. И вот это вот безобразие, когда у самурая я вот туда давил, вот это вот играет, все, тут такого нет. Даже близко, то есть очень уверенно идет пила. В отличие от самурая. Вот он, самурай. А зуб прям у него гораздо больше, чем у таджима-то. И шаг шире. То есть я смотрел, на 3 зуба у самурая приходится 4 зуба вот у таджима, вот это алюминист. Так что по теории, ну, шансов было больше здесь, у самурая. Но на практике оказалось, что таджима обладает преимуществами. Если кто-то пользовался этими пилами, у кого-то, соответственно, есть опыт, обязательно делитесь в комментариях, расскажите, что вы делали, как вы использовали. Может быть, если сравнивали, вообще интересно было бы. Ну, прям малюсенький вывод. Я не знаю, нужен ли он. Я считаю, что тест, он сам за себя все показал, что здесь и как. Основной вывод вы сделали, я думаю, сами. Так что в очередной раз я убедился, что пилы таджима для меня в приоритете. Я ими пользуюсь больше 10 лет и, в принципе, всегда был доволен ими. Их работой, их качеством. Так что для меня, собственно, ничего нового не произошло. Разве что только. Это то, что у меня вот были такие подтверждения и раньше. Ну и сейчас вот оно получилось. Причем в 2 опытах последовательных, что пила с более крупным зубом и большим шагом между зубьями, не всегда почему-то выигрывает у пилы с более мелким зубом и меньшим шагом зуба. Не всегда выигрывает по скорости. Пиление это вот немножко подрывает эту теорию. Опять же, непонятно почему. Делитесь своим опытом, как вы думаете, в чем дело. Может быть, вы более опытный человек в этом деле и можете что-то рассказать такое вот интересное из личного опыта или из теории, пусть будет, неважно. Но это может помочь другим людям, которые определяются с выбором пилы для леса, какую же все-таки брать. Для меня, еще раз повторюсь, однозначно таджима, больше 10 лет пользования, без нареканий, в принципе. Так что вот такое вот
видео получилось. Жду всех в комментариях. Надеюсь, видео было интересным, информация была полезной. Увидимся на канале. Всем удачи!